Я приветствую вас, друзья, на моем канале. И сегодня у нас очередное задание по черчению из учебника по черчению, которое заключается в том, что у нас заданы три проекции детали. Главный вид, вид сверху, вид слева. И по этим трем изображениям нам нужно простроить изометрическую проекцию детали. Начнем с того, что обозначим систему координат. С началом в точке А. Точку А мы примем левый нижний угол детали на главном виде. Все, наше задание выполнено. Для контроля давайте посмотрим, что может быть не хватать на этой детали. Мы сравним с 3D моделью, построенной в 3D программе. И вот мы видим изометрическую проекцию детали, но уже выполненную в 3D программе. В принципе, можно сказать, что наше задание выполнено правильно. Центральное отверстие, которое на данной проекции изображено в виде эллипса, выполнено тоже правильно. Его линия, находящаяся на задней стенке, в данном случае тоже не видна. Есть, конечно, один маленький недочет, что заднюю
фаску мы нарисовали с верхней правой стороной как одна линия, что является, оказалось неправильным. Но это маленький недочет, в принципе, на который можно закрыть глаза. Давайте просто покрутим, повертим эту детальку для более полного ее представления, как она выглядела бы в жизни. На этом у меня все. Я желаю вам успехов в освоении этого интересного предмета. И, как обычно, не прощаюсь.